Знал, вполне его удовлетворил такое объяснение. Но девятый номер занят Константином Бакуном. По ходу сезона невозможно было бы ничего-то сделать. А вот, при этом, повторюсь, ну, действительно, очень здорово белгородский менеджмент сработал на этом флажке. Здесь, наконец-то, Мусерский находит выигрышный вариант. Вообще, очень хороший момент и с атаками, и с защитой. Прекрасный с обеих сторон. Счет сравнялся. 8-8. Почему я это говорю? Потому что решение было только в пятницу утром принято, а именно пятница была последний день до заявки.